Фонд содействия реформированию ЖКХ опубликовал список застройщиков по регионам, которые не соблюдают сроки строительства. В этом перечне есть и компании, работающие в Ивановской области. В список домов, оказавшихся в зоне риска, попали новостройки в Приволжске и Савино. Там строительство еще ведется. А в Наволоках, Кохме, Родниках и ряде других населенных пунктах есть претензии к качеству уже введенного в эксплуатацию жилья. Действие региональной программы заканчивается 1 сентября. И в Департаменте строительства и архитектуры заверяют, что покинуть аварийные дома жители региона смогут в срок. Правда, для этого придется приложить немало усилий. Причины сомневаться и беспокоиться есть. Поэтому этот вопрос находится в том числе и на личном контроле у Павла Алексеевича. И мы раз в две недели докладываем Павлу Алексеевичу о текущем состоянии, а сами работаем в ежедневном режиме по контролю за этой работой.